вдоль. Я так полагаю, что если мы их так размещаем, ну, поперек, то накопитель должен стоять, вот здесь должен стоять накопитель с этой, как она называется. Накопитель — это первая часть, вот, разобщения. Да, там лесовоз, допустим, вот кран вас пачку ложит. Поэтому она, по идее, всегда находится на улице. То есть она с улицы, получается, она разобщается по одному, уже подается. Будущий цех, а также существующий по деревообработке. Добрый день. Вы только отправили. Город что, на Бекере? Здравствуйте. Погрузили козлом на эту брезентацию. Тащили, ну и дальше идем работать. Этот процесс скрестим, пускай так остается, мы это позже решим, как его автоматизировать. Ну, по идее, у вас где-то вот в этом месте должна накопительная эстакада быть. Вот дальше момент. Я после этого буду. Thank you.